Вот как заглотил. Вообще непонятно, откуда здесь это взялось. О! Здесь такого клёва крупного карася давненько не припомню. Вот такой вот отличный карась. Опа! И ушел. Да, без подсака я ловлю. Что-то не повезло. Сорвался хороший карась, крупный. Редко такой здесь попадается. Несколько дней, но так у меня ничего не срывалось вроде бы. Но вот сейчас вот включил камеру, сразу он клюнул и так неудачно. На рыбалке я уже некоторое время поймал несколько плотвичек, пару карасей, окуней уже штуки три. Ну, в общем, есть там рыба какая-то. И сейчас попробую такой сделать небольшой челлендж. Значит, ну и для себя немножко интересно выяснить, что получится. Есть у меня две любимые, по большому счету, наживки в этих местах. Это улитка и хлеб. Обычный свежий хлеб. Лучше, чем на эти наживки, здесь ни на что не клюет, в принципе, рыба. Точнее, конкретно это карась, плотва, окунь. И попробую выяснить, на что сегодня будет клевать лучше. Так прям досконально считать, наверное, не буду, но примерно картина, надеюсь, будет ясна. Такой вот таймер поставлю. Сейчас у меня там стоит улитка. Вот запускаю и буду ловить 20 минут. Потом то же самое с хлебом. Вот. Сразу же улитка открывает счет. И такая вот плотва. По местным меркам это крупная плотва. Крупнее здесь попадается вообще редко. Так что уже одна хорошая рыба на улитку. Мелких считать не будем, потому что в этом и заключается особенность, что надо избавиться от мелкой рыбы в этом водоеме. Это проблема. Мелкая плотвичка может склевать, красноперка, верхоплавка. Вот сейчас цепляю улитку. Именно улитка и хлеб потому и хороши, что это наживки, которые поменьше привлекают мелочи, чем... Ну, например, есть у меня с собой опарыш, он будет просто... не конкурентоспособен вообще, потому что он крайне сильно собирает всю мелочь, она его замечает, она за ним бросается на лету, на дне его находит и так далее. Вот. И это вот такой вот окунь, опять же крупный очень, по местным меркам, крупнее здесь практически не существует окуней. Ну, в этом плане, конечно, улитка будет выигрывать, что она еще окуня может зацепить, окунь зачетный. Вторая рыба получается зачетная. Вот красноперка попалась, но эта рыба не зачетная. Минус один, пожалуй, считать не будем, ну просто как ноль. И важно отметить, что клев сегодня хреновый. Прямо вот погода меняется. Вчера было солнышко, ветра не было. Сегодня дует ветер достаточно сильный, хотя слева меня камыши закрывают, но спереди очень такой существенный ветер. Вот, и клев прям ощутимо хуже, чем все предыдущие дни. Сначала пришел, подкормил, вообще не клевал, а потом кое-как что-то расклевалось. И вот по чуть-чуть удается что-то поймать. Хотя уже окуней штук 5, ну как-то слишком много окуня. Ну и несколько карасей и плотвичек. Вот. Это плотва, соответственно, это третья рыба. Так что клев сегодня гораздо хуже, чем в предыдущие дни, поэтому соревнования в таких условиях плохого клева скорее. На 10-й минуте буду бросать небольшой шарик прикормки. О! Вот и карась. Карась зачетный, четвертая рыба. Вот улитка. Ломаем ее на крючок и скорлупу выкидываем. Висюльки все эти тоже можно оторвать. Вот такая вот штука получается. О! Ну, это карась подошел. Рыба номер 5. Вот еще одна плотвичка, но это, я даже не знаю, незачетная. Пусть будет. Здесь просто достаточно много плотвы, которая еще мельче, чем эта. Это такая еще более-менее. Но все равно, пожалуй, сегодня она будет незачетная. Вот.
Вот он, еще один карасик. Отличный толстячок. И это рыба номер 6. Осталось там уже меньше минуты, по-моему. Что-то у меня тут никакого звукового сигнала не стоит. Ну, в общем, прошло 20 минут. Все, только что закинул хлеб и ставлю опять таймер на 20 минут. Вот, сорвалась плотвичка. И то она могла быть незачетная. Ну что сказать, нет поклевок, прошло 10 минут почти что, ничего нет. Было несколько хороших поклевок, ничего не вытащил. Конечно, есть и другие факторы. Например, сейчас окунь начал малька гонять. Опять же, рыбу распугал. Может быть, рыба просто отошла, фиг его знает. Что характерно, несколько хороших поклевок и все пустые. А на улитку холостых поклевок, ну, вообще практически не было. То есть, такие дела. Поэтому ноль рыб и половина времени прошло. Сейчас брошу шарик прикормки. О, поплавок под воду ушел. И нифига. Ну, резкая, правда, очень поклевка была. Вот. И вот первая плотвичка. Ну, нормальная. Один. О! А это хороший карась. Вот какой. Ну, это, наверное, самый крупный в этом раунде. Не знаю, может, за самую крупную рыбу надо 2 очка давать. Наверное, это было бы справедливо. Вторая рыба. Ну и все, в общем, время кончилось. Вот, ставлю опять улитку. На хлеб получилось 2 рыбы. Ну, хотя поклевок было достаточно много, но ничего достать не получилось. Вот, запускаю таймер заново. Ну, как-то неудачно с хлебом, не знаю, может быть, рыба как раз отошла, может быть, еще что-то. Да и на хлеб все-таки поклевки надо более аккуратно отслеживать. С улиткой как-то попроще. Можно ждать более такую мощную поклевку. Итого в первом раунде выигрывает улитка. 6-3 пусть будет. 2 очка за самую крупную рыбу. Все равно на результат это не повлияет. О, и сорвался, кстати, был карась. Сорвался, значит, сорвался. И вот какой-то прям хороший карась попался. Возможно, это даже... Ох ты, это карп. Откуда он здесь? Вот это да. Смотрите, что. Вот это неожиданно. Вообще непонятно, откуда здесь это взялось. Но первая рыба. Да, чувствую, улитку вообще будет сложно переиграть. Это здесь, конечно, очень хорошая наживка, тем более в сентябре. Да и в такой ветер, конечно, она намного удобнее. Если бы была тихая погода совсем, то хлеб, может быть, был бы гораздо более эффективен. Вот она, следующая рыба. Карасик, но это, как вы понимаете, не зачет. А карпа я здесь первый раз в жизни вижу. Непонятно, как он сюда попал. Это вообще странно. Но вот, тем не менее, улитка даже его достала. Что тут сказать. Есть еще один карась. Где-то половина времени прошло. И это вторая рыба. Вот, отлично заглотил. Вот еще одна рыба, но это опять не зачет. Вот такая вот плотвичка. Ее будем считать, пожалуй. Звук настроил. Отлично. Итого 3 рыбы. Ну, правда, высока вероятность того, что карп дополнительное очко даст. Но вот такой результат. Что ж, у хлеба есть отличный шанс отыграться. Хлеб мягкий, свежий. Вот такой вот шарик я беру. Вот так вот насаживаю на крючок. И прилепешиваю аккуратно со всех сторон. Вот эта штука очень прочно держится, как видите. Вот и вот на такой вот ловлю. Шарик нужен не сильно большой, ну не прям очень маленький. И запускаем таймер. Вот есть первая плотвичка. И даже не знаю, считать такую или нет. Ну как бы она на грани. Не знаю, в общем. 0,5. Есть хороший карась. Ну и вот первая нормальная рыба. 1,5, в общем, получается у хлеба. И это к середине времени. Сейчас буду прикармливать. Вот такой вот карасик. Ну, это незачетный. И еще на хлеб было 2 схода, к сожалению. Быстро после подсечки оба карася нормальных. И оба почему-то сорвались. Есть
карась, и поймал я его за пузо. А, нет, не за пузо, он просто запутался. Вот он. Времени мало осталось. Значит, это у нас 2,5. Сейчас погода затихла. Ну все. В общем, больше ничего на хлеб не поймал. Не везет сегодня хлебу, что тут скажешь. Итого по раундам выиграла улитка 2-0. Первый раз 6-3, второй раз вот получается, ну даже если мы плоту посчитаем, карп самый крупный, то это 4-3. В общем, если бы было 1-1, был бы третий раунд, а так 2-0, побеждает улитка. И сейчас я нацеплю улитку и половлю на нее спокойно до конца рыбалки. Сейчас, кстати, погода стала потише, и хлеб себя тоже неплохо стал проявлять на самом деле. Были поклевки, были сходы несколько, было нереализованных поклевок достаточно много. Но что есть, то есть. Все-таки улитка чем-то понадежнее, хорошо держится на крючке. Поклевки на нее более уверенные. И на ветру, на волнах поудобнее на нее ловить. Сорвалась плотва только что, более-менее неплохая. Но она как-то клевала. О, а вот это хорошая поклевка. О, это, наверное, рекордная на сегодня. Вот хорошая плотва. Это мелкий карась. Ну вот, мелкий карасик поймался. Это я сейчас хлеб нацепил. Решил попробовать. Ну, клюет тоже. Сейчас погода затихла, и на хлеб удобно ловить. Но все же нацеплю, пожалуй, улитку. Есть. Хороший карась. Очень аккуратная поклевка. Достаточно быстрая. У поклевок много аккуратных таких. Вот какой красавец. Может быть, самый крупный карась за сегодня. Вот как заглотил. Аккуратненько он ее так бывает засасывает. Бывает, поклевок почти не видно. Есть. Еще один хороший карась. Вот такой вот толстячок. Вот еще один карасик, этот мелкий. Есть еще один. Прям стабильно стало так клевать вечерком. Обалденно. Вот отличный карась. Ну, сейчас вот хорошо клюет. Погода затихла, и даже совсем слегка начал капать дождик. И вот начался клев карася. Хороший крупный карась. Так что победитель сегодняшнего батла – улитка. И в завершении рыбалки отлично себя показывает. Сейчас уже стабильные четкие поклевки. Немного жду. Клюет, вытаскиваю. И так несколько раз подряд. Хорошие караси. А сама битва наживок проходила в более сложных условиях. Клев был не очень хорошим. Погода менялась. Вот еще поклевка. Но на этот раз холостая. Какая-то невнятная была. Но улитку сожрали. Так что пишите в комментариях ваши любимые наживки на карася и плотву. Может быть, поучаствуют они в подобных видео. Ну и напишите вообще, как вам. Понравилось это или нет. Может быть, какие-то ваши рекомендации. Вот сразу же только забросил. Какая-то слабенькая поклевочка. Поплавок покачивается. Непонятно, что это. Но это может быть мелкий карась. Мелкий карась здесь выдает самые такие ущербные поклевки. Оп. Ничего нет. И улитки опять нет. Да. Так что оставляйте ваши комментарии. Как по поводу данного видео в целом. Так и по поводу насадок участвующих в данном соревновании, а также касаемо тех насадок, которые вы бы хотели увидеть в следующих видео. Ну вот, дождь усилился. Сразу же нападение. Вот это да.
Ну, улитка сегодня, конечно, по праву победила, что-то сказать. Ну, просто вот такой карась. Практически самая желанная рыба этого водоема. Не дает опуститься приманки. Причем я первый раз закинул, поплавок лежит, думаю, что-то не то с глубиной, что ли, перекинул. Второй раз закидываю, опять лежит, а там такой карась. Вот это да. Ох ты ж, сорвался. Поклевки просто прям подряд на каждом забросе. Это что-то. Три холостые подряд, и на четвертую опять крупный карась был. Просто не засекся. Ну вот сейчас попробую еще поймать сразу. Опа. И еще один. Вот такой вот здоровский карась. Просто обалденно. Я здесь такого клева крупного карася давненько не припомню. Можно считать, что это вечерний клев, а можно считать, что это клев, связанный с погодными условиями, потому что погода явно изменилась. Затихло, ветер полностью закончился и пошел легкий дождик. Такой периодически он капает. Чуть сильнее, чуть слабее, то вообще затихает. И вот прямо именно крупный карась клюет, даже плотва не попадается, ничего другого не попадается. Только вот такой вот хороший карась. Ну и улитка, ребята, просто творит чудеса. Ну вот и мелкий один попался. Не без этого. Вот еще один. Только забросил, сразу же практически схватил. Нормальный карась. Ну и холостые поклевки присутствуют, конечно. Не всегда он прям так уверенно клюет. Карась достаточно осторожный. А днем, как оказалось, рыба была все же пассивная. И на прикормку не очень-то реагировала. Ну как, реагировала, конечно, подходила, но сейчас явно повеселее. За день-то я наприкармливал достаточно много. И вот сейчас подошел карась. Ну, последний раз прикормку бросал, мне кажется, полчаса назад, если не больше. Что у меня в прикормке сегодня было? Ну, прикормка у меня в этом году всегда примерно одинаковая. Молотое зерно снова. Немного анисовой прикормки. Ну, совсем немножко я добавляю для запаха. Печенье сегодня штуки 3 накрошил. Хлеб, сахар и соль немного насыпал. И все, вот такая вот прикормка. Отлично это работает. Ох, была поклевка такая аккуратненькая, но... Ничего нет. Есть. Вот и плотвичка. Давно ее не было. Очень давно. Что бы это значило? Вот смотрите, сколько уже рыбы. Еще карпик был, я его отпустил. Так что так вот сегодня половил. Вон там вон я сижу. Ну вот и все, клев обрубило, как только вот ветер подул недавно. Все, больше... Ничего не клюет. Минут 15 я, наверное, пытался поймать последнего карася на сегодня, но не получилось. Если вам понравилось видео, то, пожалуйста, поставьте лайк и подпишитесь на канал. Если уже подписались, конечно, то мой вам респект. Ну и все. Ни хвоста, ни чешуи, ни плавников. До новых встреч!